В общем, в прошлой серии я то ли от молока, то ли от самогонки быстро уснула. И на следующий день меня обещали отвезти на настоящее деревенское сафари. Заодно отыскать того самого медведя, которого недавно видели неподалеку. И вот я с утречка, выпив воды и разбавив себе вчерашний самогон, жду джип, на котором мы поедем. Чтобы у меня был дом, чтобы я там жила. Прямо вот здесь, около этого пруда. Чтобы у меня была русская печка, чтобы у меня был колодец. Вот. Чтобы я занималась своим любимым делом, творчеством. Такого крутого транспорта не ожидала совсем. Ну что ж, вооружившись шармом и обаянием, мы поехали искать медведя. Трактор был модели «Пукалка-кабриолет». Мне выделили почетное место рядом с водителем. Что такое сафари на тракторе летом в Марийском крае? Словами описать очень трудно, это нужно испытать. Греет теплое солнышко, обдувает свежий ветерок, еловые лапки гладят тебя по голове, и дорога будет там, где ты только этого захочешь. И по полю, и по лесу, и по реке. Я знаю короткую дорогу, сказал дядя Юра, выехал в поле. Сейчас. Воздух свежий, пахнет сеном и цветами. С любого ракурса, куда ни взглянешь, можно картину писать. Пока ехали, фантазировали на тему кругосветного путешествия на тракторе. А что, вполне себе тема. Можно же даже по прямой ехать, забив на дороге. А здесь бревно. А там бревно? Где бревно? Вот, прям под колесами. Вот оно. Вот, всего лишь навсего какое-то бревно. Спарта! Поездили по лесам и полям. И конечной точкой нашего маршрута был источник родниковой воды. Местные верят, что она лечебна. А, это от глаз, а тут от чего? Тут забеременеть. Блин! Тетя Лен! Предупреждать надо. Так, от алкоголя мне надо. Я пойду искать от алкоголя. Сейчас будем глаза лечить. Зачем? А также они верят в то, что в таких местах есть уборщица. Побывали на аттракционе «Мост бессмертных». И не на одном. Нормально, проехали. Мы бессмертные! По пешеходному мосту бессмертных пройти побоялась. Решила дотерпеть до дома. Я поняла весь этот сервис. Тут, получается, купаешься, делаешь шашлыки, сидишь, бухаешь, там что-то делаешь. А потом, если тебе захочется в туалет, ты должен по этому мостику пройти, и вон туалет на той стороне. Началось! Все, полезу. Ha ha ha!
Молодец. А я слабак. Я в купальне и сейчас буду купаться в очень супер-супер холодной воде. Не, ну классно, наверное, конечно. Сейчас вот классно, да, а там все равно очень холодно. Все, искупались. Отдохнули. Вода капец, какая холодная. Медведь к нам выйти постеснялся, выглядывал застенчиво из-за сосны. Вот такие тут медведи скромные. Миша! Выходи! Машенька пришла! Миша! Миша, пока! А вот растут кипарисы. И под конец путешествия я все-таки увидела белочку. Хорошая у вас в деревне самогонка. Выбежала белочка. Рыженькая, классненькая. Где ты, родная?